четверо из нас музыканты. Скрипка, скрипка, альт, виолончель. Мы просто обязаны организовать струнный квартет. Лучший квартет в истории. Дайте мне ле. Их называют неудачниками и бездельниками. Вдруг я не справлюсь. Чем ты занималась? Домохозяйка. Давайте начнем. Я дилетант, я все испорчу. Ладно, прогоним танцы. Ваша жизнь совершенно неорганизована. Заморим себя голодом. И умрем в одиночестве. Давайте выступим.